Я считаю, что данная схема повлияет только отрицательно. Люди начнут возмущаться, при том год у нас этот будет тяжелый. Социальное напряжение, в принципе, никому не надо. И мы заботимся о том, чтобы как бы улучшить и повысить качество водоснабжения данных территорий. Но возвращение к этой схеме старой, оно приведет только к нарастанию долгов, с учетом того, что МП ЖКХ Кулешовская находится в предбанкротном состоянии, у нее под 100 миллионов уже задолженность перед ресурсниками. И мы видим проблему в том, что даже если мы перейдем на эту схему, то МПЗ «Водоканал» перестанет получать полностью средства в полном объеме, что приведет к ухудшению материального положения самого предприятия, ну и водоснабжению жителей города, района.